Привет! Здрасте! Здрасте, здрасте! Пардоньте, жвачка. Нехорошо, некрасиво жевать. Да. Музычка, да. Робби Уильямс. Люблю этого черта. Хороший музыкант и человек прикольный. Как дела, лохи? Хорошее начало, но не прошло. Вот. Здесь нет лохов. Нет, я-то понял, кого вы имели в виду, но вы же написали лохи. Ай, да. Это называется, когда хотелось эффектно появиться, но что-то пошло не так, да? Здрасте, здрасте. Здрасте, да. Я сегодня в белом, и я плохо вижу ваши сообщения, потому что солнце светит мне прямо в затылок. А вот так, и так, ничего не меняется. Здрасте, здрасте. Да. Ну что, с первым днем зимы. С Марией Куликовой мы играли, конечно. Привет из Туапсе. Здрасте. С первым днем зимы. Да, вас всех тоже с первым днем зимы. Видите, какой хороший сегодня денек. Привет, Крым. Привет, Хабаровск. Москва, вижу. Какой хороший сегодня денек. Солнечный, морозец. Буквально вот минус один, минус два градуса. Вот. Да, я сменил куртяшку. Меня жена вытряхнула из моей любимой черной куртки, чтобы ее постирать. Пришлось мне достать свою старую курточку, надеть. И вот я в ней... Да, переодел я курточку. Жена вытряхнула из той черной. Сказала, да сколько ж можно? Да что ж это такое? Я говорю, потому что одна куртка, говорю. Надо вторую такую же купить, говорю. Одну снял в стирку, одну надел такую же. В общем, поскандалили. Меня вытряхнули из куртки. Вот, я одел вот эту и сейчас к ней езжу. Куртяшечка идет. Да, хорошая куртяшечка, хорошая. Привет из Казахстана, привет. В Нижнем Новгороде снег. Наконец-то. Зеленоград. Почему вы носите водолазки? Это не водолазка, не санитара, с чего вы взяли. Водолазки я вообще люблю. У меня действительно очень много водолазок. У меня их, наверное, штук 8, наверное, если не больше водолазок. Разных кашемировых, шерсть там с чем-то там еще, с шелком. Вот. И они разные по цвету. Я очень люблю. Люблю очень водолазки. Это моя, это не санитарская. У кого-то уже снег. Hello, hello. А где куртка? Пилот из кожи. Темная будет. Не знаю, какая куртка пилот черная из кожи. Не помню такую. Как планируете праздновать Новый год? Я пока только планирую до него дожить. А как я буду его праздновать, я еще не решил. Привет, Дагестан, здравствуйте. Из Гродно привет. Красноярск шлет привет. Здрасте. Минск привет. Вы даже в фильмах водолазках. Ну потому что мне как бы эта часть туалета, скажем, или одежда, она мне просто идет. В Майами, к сожалению, лето. Ну, кто ж вас туда отправлял, в это Майами? Понимаете? Живите там теперь и только вообще по картинкам вспоминайте, что такое русская зима. Вот. И как это хорошо в морозный день выйти из баньки, вот, распаренным по самое не хочу, и в прорубь, а? А потом после баньки сидишь, водочки закусил, взял бутербродик черного хлебушка соленый, хороший, такой маринованный, сельдью, жирный такой, хороший, с лучком, колечко лучка сверху. Только хрусь его, и беседа по душам, так как только мы и русские умеем. Знаете, так вот за все, за жизнь, за любовь, там, за политику, за, ну и за все остальное, за машины, за женщин, за мужчин.
какую-нибудь кожаную куртку купить типа пилот. Ну, посмотрим. Хватит дразнить. Как вкусно, да. И еще картошечка в мундире, да? Картошечку в мундире почистил еще. Опять водочки вот так раз налил. Холодный такой, зараза, чтобы когда наливаешь, аж рюмашка сразу льдом покрывалась, да? А им в Майами-то только вспоминать об этом. А мы-то можем прямо хоть сейчас. Здрасте, здрасте. Мы татары тоже так умеем. Ну, знаете, мы тоже, в принципе, так умеем. Хотя, кто из нас татары, кто русские, тут хрен разберешь после того, что было. А сальцо? Да, да, сальцо такое, знаете, хорошее. С такой, чтобы, знаете, вот сальцо так пальчика на 4 и один пальчик миска прослоечка, да? И шкурочка такая хорошо такая просмаленная. Привет с Украины. О, только просал. Вот, понимаете, вся природа украинца. Только где просало заговорили, он только раз и тут. Такой, добрый вечер. Ну, горилка, водка, тут уже не важно. О, яичко и лучок. Ну, это уже еврейские мансы, вот это под водочку, яичко и лучок, это еврейские мансы. Я знаю, в Шаломе работал, друзей евреев полно. Они еще любят еще и редисочкой закусить со сметанкой или с маслицем. Привет, Серпухов, привет. Да, понесло. Я вас сейчас так раздраконю, ребята, что вы на вечер замутите эту тему, и завтра-завтра кто-то на работу придет с больной головой, да? Потому что мы ж краев не видим, буйков тоже не видать. Плывем, пока не утонем. Кстати, да, русские, кстати, без примеси. Даже когда смешанные браки, то, как правило, побеждает русская кровь. Это действительно так. Это удивительное качество генетики. Я не знаю, с чем это связано. Я об этом читал, это действительно такое дело есть. Привет, Подмосковье. Привет, привет, привет. А шокай, так я с Украины и есть, что мне это? Слушайте, я же никогда не скрываю, кто я откуда, я всегда об этом помню. Где родился я, как бы, да, и так далее. Место, где я родился, это Украина, а страна, в которой я родился, это СССР. Я об этом 1000 раз говорил. И когда меня пытаются там привязать к сегодняшней Украине, я говорю, не, ребята, стопе. Я уехал в 92-м году с Украины, и дальше вы жили без меня. А я жил в другом государстве, в России. Так что я к сегодняшней Украине отношения не имею никакого. Там есть просто место, где я родился когда-то, в 72-м году. Это да. А что касается вот сегодняшнего государства Украины, не ко мне. Это не. На холодное сердце еще не ходил, нет. Волгодонск, привет. Казахстан, привет. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Не ходил на холодное сердце, нет еще. Вот. Я советский человек. И я не хочу меняться, меня все устраивает. Я получил прекрасное образование, с меня мои какие-то качества, которыми я сегодня живу, они тогда сформировались, и какие-то принципы, какие-то человеческие и так далее, тогда сформировались, начиная еще со школы, грубо говоря. И я сегодня ними руководствуюсь и живу. Вот, и мне хорошо. Привет из Салавата. Здорово. Ржев как? Я вчера был прямой эфир, я не знаю, вечером я делал. Вот, я был, посмотрел. Я рекомендую сходить с детьми, особенно как бы если там мальчики, там сыновья. Вот, но только там, знаете, не идите прямо с малюхами. Где-то лет с 12, наверное, уже. Там даже ограничение стоит 12+, потому что там, ну, там есть просто жесткие сцены такие, знаете. Мне кажется, детей не надо травмировать. Там такая была попытка немножко сделать как бы спецэффекты типа там спасти рядового Райана там с оторванными конечностями и тому подобное. Вот. Но они так, знаете, они не очень хорошо получились, но они есть. Я думаю, что детям не надо это показывать. Вот. Так-то, я думаю, сходить можно. Можно какой-нибудь выходной день на дневной сеанс сходить можно, посмотреть. Ну, это наша история, слушайте. Там подвиг людей, наших дедов, прадедов. Я считаю, что надо.
Научите, как жить, быть позитивным. Слушайте, ну для этого, мне кажется, нужно слишком много пострадать, пережить какие-то потери, какие-то и какие-то события в своей жизни, такие, которые. Но в результате понять, что все будет хорошо, и жизнь продолжается. И жить таким образом. Я не знаю, как. Слушайте, я счастливый человек, у меня сын живой, здоровый. Мама, папа живы, здоровы, братья живы, здоровы. Жена жива, здорова, я жив, здоров. Никто не голодный, все одеты, все обуты, в тепле живут. Ну, там, да, там, может быть, там чего-то не хватает, но это как обычно. Всегда чего-то будет не хватать, так уж устроен человек. Вот. Ну, слушайте, в принципе, достойно едим. Чего-то не радоваться жизни, ребята. Слушайте, мир на земле. Мы живем в стране, поверьте, я вот себя ловлю на мысли, что лучше, чем мы живем сейчас, мы же никогда не жили. Ну, может быть, при Советском Союзе, где-то там в брежневские времена, вот эти застойные, которые там поливали грязью, застой. Я родился в застой. Самое лучшее мое воспоминание о детстве, времена при Брежневе, понимаете, застой. Ой, тоже скажут же. А сейчас мы живем, слушайте, что хочешь есть? Вот что хочешь, бери да покупай, только работай, зарабатывай. Головой, руками, не знаю, но зарабатывай. Возможности есть. И все есть. Все, что... Я езжу на иностранной машине, понимаете? На мне финская куртка. Дефицит же был, вы понимаете, вспомните, дефицит был. Сейчас есть, что хочешь. Только работай, лишь бы были деньги. Ну, классно же, классно же. Здрасте. Спасибо, что любите фильмы с моим участием. Я вам говорю, смотрите, солнце светит, хорошо, мир на земле, тишина, спокойствие. Я лично кайфую, вы поймите. Но только денег нет. Ну, у меня, верите, у меня тоже нет денег. Слушайте, я вам клянусь, правда. У меня там какие-то копейки какие-то там есть и все. Я работаю без остановки, потому что деньги куда-то испаряются. Их никогда не будет хватать. Работать надо просто. Крутиться, вертеться, соображать головой, понимаете? Вкалывать, как черт. Ты же хочешь получать блага? Ну так плати за них, потому что создавая... Кто-то же создавал эти блага, он же думал головой, он же вкладывал в них силы, душу, пот. Он поднимал это все, чтобы вот это все работало, понимаете, чтобы вы могли это купить. Так вот, отплатите человеку тем же самым, тоже работайте, зарабатывайте деньги, покупайте и живите в свое удовольствие. Какая у меня машина? У меня машина Санта-Фе последний. Нет, потребительство не должно быть выше человеческих вещей, ни в коем случае. Но есть же, понимаете? Но почему же тогда этим не пользоваться? Это не нужно делать смыслом жизни и жить только того, ради того, чтобы потреблять. Но есть же, почему нет? Почему не сделать свою жизнь удобнее, приятнее, комфортнее, если есть возможность? А возможность, это все зависит как бы от вас, от ваших близких в том числе. Чем больше денег получаешь, тем больше растут потребности. Конечно, это закон, да, такой и есть. А когда жить-то тогда? В смысле? А как вы себе представляете жизнь? Вот хорошо, если я так понимаю, что то есть, вас как бы смущает, что нужно много работать и вкалывать. Окей, хорошо. А что вы будете делать, если вы не будете, ну, вот работать реально? Ну, допустим, у вас есть там какое-то количество денег. Пускай вы там не миллиардер, не миллионер, но есть деньги. Вот сколько вы сможете просидеть, ничего не делая? Вот меня хватает на максимум там на дней 20-30. Я не могу больше. Меня выворачивает. У меня прямо ломка, как у наркомана. Мне нужно идти и сниматься, работать, что-то делать. А валяться на диване, на пляже даже пускай. Ну сколько ты там можешь повялиться? Вон человек в Майами живет, за снегом скучает. Где на Новый год буду отдыхать? Да, наверное, на дачу поедем. Соберемся всей большущей семьей, поедем на дачу, будем на дачу. Привет, Нижневартовск, привет. Вот. Поэтому я говорю, что нужно работать. Оно же как? Оно же нужно работать и в кайф тратить эти деньги заработанные. С пользой для чего-то. Для себя, для детей, для семьи, для родителей. Я не знаю. Мечтаете о фото со мной? Ну, встретите меня на улице, подойдите, скажите. Сфотографируемся. Я как? Я хорошо.
А вы как? И что, и фильм какой-то опять идет? Да что ж такое-то? На пляже 10 дней достаточно. Нет, я вам скажу один секрет. Вот, кстати, если вы поехали отдыхать, человеческому организму для того, чтобы вот начать только начать отдыхать, то есть, грубо говоря, снять стресс, напряжение, перестроиться психика, перестроиться физика должна, нужно порядка 8 дней. 8 дней плюс потом еще, скажем, дней 10 на отдых. То есть 18 дней. Почему, в принципе, отпуск там всегда, там, грубо говоря, там давали там 21 день там, или 24 дня. Вот. А военным давали больше. Военным 45 суток давали. Ну, потому что у военных еще там добраться туда-сюда. Тоже такие вещи, знаете, есть. 8 дней только на перестройку, на отдых вот здесь. И тело само перестраивается. И потом нужно еще хотя бы дней 10 просто отдыхать. То есть, грубо говоря, 18 дней должен быть отдых. Привет из Саранска. Привет, привет из Башкорт. Вот знаете, вот за что люблю нашу необъятную родину, что есть названия, которые вот даже трезвым не сразу выговоришь. Просто скажите «из Башкирии», так будет проще. Сколько квартир у вас в Москве? А зачем вам? Какая разница? Не скажу. Привет из Одессы. Привет, Одесса. За 7-10 дней не отдохнешь, нет. Мама передает привет. Маме привет в ответочку. Куда едете? Да по делам еду, ребята. Какая разница? Вы что за вопросы? Куда едете? Сколько у вас квартира? Сколько вы получаете? Зачем вам это, друзья мои? Ну что вы за люди? Ну какая разница? Бишкек. Да. Саратов меня любит. Я люблю Саратов. Привет, Питер, привет. Хорошего дня. Да, хорошего дня вам. Здравствуйте. Для меня невозможно и не представляю без дела. Вот, понимаете? Кто как бы рано встает, много работает, так всегда было. Мы так устроены, понимаете? Мы люди так устроены. Мы должны всегда чем-то заниматься. Бездельники очень быстро деградировать начинают. Вы поймите, я видел людей, которым было лень, не хотелось. Они очень быстро деградировали и скатывались до довольно-таки примитивного существования. Швейцария меня очень любит. Знаете что, выражайте вот любовь, вот конкретно любовь Швейцарии, выражайте, пожалуйста, деньгами. А что, Всемирный банк. Чего нет, вся Швейцария, одна большая кубышка. В Майами меня ждете? Ребята, не знаю. Не хотелось бы приехать, хотелось бы, конечно, прилететь нормально, как сказать, человеком, так сказать. А то, глядишь, и в составе десантно-штурмовых батальонов для поддержки китайской пехоты. Потому что так отношения напрягает, что я чувствую, что не избежать нам какой-то где-то заварухи такой. Но она такая будет быстрая. Трах-бах, 24 часа, все сразу поймут, скажут, так, стоп, тайм-аут, давайте договариваться. Потому что сейчас ядерного оружия столько, средства доставки такие, что не дай бог, я вам честно скажу, страшно. Но нагнетает что-то прям вообще по-черному. Да, настроение поднимаю, зажигалочка. Газпром, мечты сбываются. Во мне газ от Газпрома. Самой стрессовой ситуации, какой вы либо оказались. Слушайте, я не буду про нее рассказывать. Эта ситуация связана с моим сыном. Это были 3 года ада такого, что я не хочу об этом вспоминать. Это был не стресс, это был ад. Не дай бог вам пережить такое. Вот. Так что не буду рассказывать. Я уже, в принципе, и так достаточно сказал. С Россией и Путиным шутки плохи. Слушайте, да с Путиным, не с Путиным, с русскими вообще шутки плохи. Мы же такой народ, что вас лучше не трогать. Мы же мирный народ, правда? Но мы как бы это, такие ребята, спокойные довольно-таки. С нами договориться всегда можно. Привет из Уссурийска, Дальний Восток. Здорово! В отчаянных настоящие таблетки глотали? Да, но я их за щеку так, раз, знаете, так, языком туда, раз за щеку запихнул, вот, дубль окончился, я их сплюнул. А так я говорю, так мы вообще таблетки пьем этот кальций, если в этом, ну, в фильме пьешь таблетку, это кальций обычно. Или какие-нибудь витаминки.
или какие-нибудь витаминки. Это я вам так по секрету рассказываю. Разные витаминки бывают, таблетки, да? Вот мы их пьем, как лекарство. Это точно. Здрасте. Здрасте, здрасте. Ой. Здоровья вам. Да, и вам тоже всем, ребятки, здоровья. Вам, вашим детям, внукам, родителям. Сейчас, секундочку, я тут немножко паркуюсь. Пинс. Я не дослушала про фильм, прошлый эфир. Слушайте, там слушать особо нечего. Просто пойдите, сходите и посмотрите. Вот и все. Вильнюс, привет. Передайте мне привет. Привет. Привет из Италии. О, бонжорно. Куда направляемся? По делам приехал. Спасибо за киношные секреты. Привет, Белоруссии. Привет, Белоруссии. Хвастунишка вы? Ну, когда есть чем, почему бы и нет. Салам. Салямчик, Душанбе. Привет из Республики Коми. Здравствуй, Республика Коми. Какое время суток родились? Ночью. Без 15:12 ночи я родился. В 23:45. Привет из Ярика. Ярик, привет, привет. Злодеев люблю играть. Передайте привет Линде из Майами. Линда из Майами. Физкульт, привет из России. Привет из Магнитогорска. Здорово. Привет, Узбекистан. Что попросил Богданчик у Деда Мороза? Я рассказывал уже, была шуточка такая. Значит, я говорю, сынок, говорю, а что ты, говорю, Деда Мороза-то письмо написал, говорю, что попросил? Он говорит, такой на полном серьезе, сидим, чай пьем. Он такой сидит, говорит, iPhone 11, пап. Вот. Я такой раз и завис. Я говорю, чего? Он говорит, да ладно, ладно, выдыхай, я пошутил. Ну, парень, вообще, я подумываю, чтобы ему купить какой-нибудь телефон. Ну, такой хороший, в принципе, телефон, но именно для ребенка 6-7 лет. Чтобы он сейчас в школу пойдет. С ним полюбасу нужна какая-то связь на телефоне. Покупать ему просто кнопочный, ну, не знаю. Надо над этим очень серьезно подумать. Все, всем большой привет передаю. За рулем не боюсь отвлекаться. У меня машина здесь со всех сторон. Она вообще за меня может сама ехать. Вот. Нравится позитив, да. Где будете встречать Новый год? Вы опоздали на эфир, садитесь двойкой. Я сказал, что, скорее всего, на даче буду его отмечать в кругу всех, всей семьи, всех родственников. Саратов, привет, привет, привет. Все, давайте, пока, всех обнял, всем хороших. Давайте, слушайте, воскресенье заканчивайте, а мы тут заканчивается, а мы тут с вами болтаем. Давай, быстренько, мы же обсуждали вначале про что? Про холодную водочку, черный хлебушек, сальцо, селедочка, картошечка это, в мундире, да, лучок репчатый. Можно, я думаю, можно, но только аккуратненько, знаете, так, для души, просто для вкуса. Я-то не могу, мне нельзя, поэтому я как бы вас провоцирую. Вы там из-за меня, там, да, там 50, там, хлопните, там, у кого будет вечером настроение, да? Давайте, первый день зимы надо отметить. Зима началась хорошо, дай бог, чтобы она была такая, знаете, с хорошим морозом, чтобы было... Так, знаете, снега нормально, немного. Что просто было в снега, было хорошо. За хорошую зимушку-зиму. Давайте сегодня это. Да? Все. Все, отличного дня. Пока, пока. Давайте. За буйки не заплывайте, понедельник он неизбежен.